Так, ну вот тут мы ночевали. На краю поля. Сегодня нормально, получше. Конечно, дорогу слышно, но так, не особо. И света уже нет. Вон там трасса. Так, на завтрак сразу два блюда у нас. Это говядина по-болгарски с перцем там и говядина с фасолью. Как это? С фасолью и овощами. Так, ну и кофе. Чайник вот сейчас вскипятим. Все, вещи все перекинули опять в багажник. Сейчас позавтракаем и поедем в путь туда.
Они в Москве. В Москве парки есть. Прям они вообще как лес. То есть вот этот он маленький. Он как. Да, есть совсем хуже нашего, а есть такие прям красавчики. И даже вот такие. Городское кольцо какое-то. Так, ночевали вот в таком месте, за трассой, около полей. Вот там вон трасса проходит. Вон там трасса. А вот эта дорога в деревню, не помню название, в одну, поэтому движения здесь вообще нет. Можно было еще вот туда отъехать, и было бы вообще классно. Но в принципе здесь нормально. Просто это земля. Сейчас вещи перекинем обратно в багажник и позавтракаем. Так, на завтрак сегодня куриное филе с рисом, кофе, тульский пряник. А, еще сыр, да.